Ну, короче, что? Едем мы поездом из Санкт-Петербурга в Таллин. Я не успел сходить в вагон-ресторан до пересечения границы. После пересечения границы я захожу в вагон-ресторан, хочу поесть немножечко супчика. И что оказывается, суп я себе заказать уже не могу. И я спрашиваю повариху, а почему, собственно, так? И оказывается, весь суп на границе выливают просто на пути. Борщ, щи, рассольник, все выливают на пути, лишь бы ни капли русского супа не попало в Эстонию. Боятся. А потом Хан Замай мне рассказал, как все было на самом деле. Он видел, когда суп выливали, он скапливался в ямке у дороги. И прибежала президент Касти Кальюлайд и хлебала русский суп из этих ямок просто. Вот так просто вот жрала наш русский супчик, блядь.